В отношениях владельца имени проявляет инициативу и очень часто собственнически относится к партнеру, считая себя единственным спасителем. Им не составляет труда добиваться успеха в профессии, однако астрологи отмечают их неуступчивость. Склонность к ранней амурной жизни, которая не кончается никогда, но при этом наделяет постоянством и душевным романтизмом носителя имени. Буква Е придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. Люди с этим именем желательно еще в юности определиться, кто же они такие. Эти люди производят впечатление нетерпеливых и очень подвижных сущностей. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Для владельцев этого имени подходят все светящиеся талисманы, но бриллиант для них подходит все же лучше других, так как имеет более властную силу и притяжение. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Буква «Т» дает человеку настырность. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Богатство внутреннего мира позволяет этим людям вести яркий и красочный образ жизни, на первый взгляд незаметный окружению. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Буква Н в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Буква Б в этом имени вносит в характер человека потребность в острых ощущениях. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.